Так, ну, все-таки я решил зайти на парковку. Заказывается рядом с парковкой прям несколько смотровых площадок. Даже не очень зелени. И поэтому я не держался. Пойдем мы сейчас вон туда. Здесь. Там вот такой как бы навес, типа как пещера. И постараемся добраться вообще на самый верх. Жалко, что больше не понимаю, что это сфотографировать там меня. Саму прогулку буду записывать на другую камеру, чтобы сэкономить место на этой камере. Ну вот, собственно, мы подходим к этому прогулочному треку. Я пойду, там рыбаки или рыбак, или непонятно кто, или просто человек погружается по камням. Ну, наверное, на эту камеру не видно. Если сверху будет его видно, я постараюсь его приблизить. Да. А здесь вот карта, чтобы не заблудиться. С собой никак ее не взять, конечно. Поэтому придется идти по памяти. Парковка. Вот и прогулочный трек. Вы, если что-то заметите интересное, говорите, я остановлюсь и приближу. Ха-ха, пошутил. Конечно же, это все офлайн съемка, то есть ни о каком интерактиве речи идти не может. Продолжаем двигаться наверх. Вот такие вот тут дебри, джунгли. Хорошо, людей нет пока. Можно спокойно пройти и даже немножко покомментировать. Вот. А здесь, значит, предупреждающий знак. Перевожу тут на трех языках. На английском, немецком, ну и, наверное, французском. Я не знаю, танцевание, что такое. Вот. Здесь написано, что мы должны быть осторожны, что на скалах и подходах, на скалах нет ограждений, поверхности нестабильные, ну и вот наглядно показывается, человек может упасть вниз. Ну вот здесь, видимо, побывал владелец наклеек тоже. Решил все подоклеить. Ну ладно, двигаемся дальше. А, да, я же самое главное не сказал. Там внизу было написано Private Property. Enter at your own risk. То есть это частная собственность. Входите на свой страх и риск. Поэтому мы типа нарушаем. Вот. И зашли на чьи-то владения.
Ну, я не думаю, что так все серьезно. Если бы сюда нельзя было ходить, они бы поставили калитку, забор. Вот. Просто земля кому-то принадлежит. И если что-то произойдет, например, там, если змея укусит или еще что-то, то ответственность будет лежать на вас. А о чем, почему я так считаю? Потому что вот мы сейчас смотрим еще один знак, да? Здесь указан номер 13-11-14. Это номер службы спасения какой-то. А вот. И, ну, вряд ли бы владелец частной собственности, который не хочет, чтобы по его собственности гуляли люди, стал бы размещать такой номер. Ну, в общем, все эти рассуждения. Мы уже почти пришли. Morning. Morning. Прошел какой-то частный собственник. Так, ну вот, собственно, мы в Хапре. Так. Это, похоже, самая верхняя точка, на которую мы заберемся чуть позже. Сейчас я пойду вот в это вот гнездышко укромное. Будем надеяться, что там никого нет. Паутину зашел, там никого нет, но зато есть аллюзия в другом месте. Как они туда попали, непонятно. Рыбаков здесь нет. Ну, такое вот здесь романтичное любовное гнездышко. Уже приходить, сидеть, смотреть. На океан. Может быть, даже китов можно заметить иногда. Так, ну и пошли наверх, значит, тогда. А, собственно. Ну да. Идем по тем самым нестабильным скалам. Ну, стабильные, но ступеньки здесь кто-то явно прорезал. Вот, собственно, мы пришли на самый верх. Такие вот виды открываются. Я вон там. Меня там нет. Теперь я здесь. Волшебство.
собственно, северный пляж сильнее. А вон тот самый ролик, который прошел. Немножко там не подорвался. Все в такой дымке. В парении. Еще забор. Мы к нему подойдем, к тому забору. Такая как бы великая китайская стена. На Мэнли. Ну такая. Не очень великая. Но стена. Если что, можно и поприглядывать за кем-то. Хочу, конечно. Вот красота какая. А вон и рыбака обещана. Ну, молодец. А нет. Писательно это же будет или нет? Наверное. Ну, возможно. Их регулярно смывают, конечно. Но вот я любящих рыбачиков вспомню. Внимание, да? Потому что волна может прийти в любую минуту. Большая волна. Так, ну ладно, оставим еще 7 минут на остаток трека. Пойдем дальше. Здесь не было еще. Тоже какой-то подъем интересный. А, ну это все то же самое, я просто знак обошел. Напоминающий знак о том, что нестабильная поверхность, что нет ограждений, что входить на свой страх и риск. Ну вот. Вот лес. Австралийский, прибрежный, точнее сиднейский. Природа, конечно, везде отличается. Вдоль побережья. На севере Австралии там, конечно, поинтереснее деревья. Здесь как-то так. Тоже красиво, но... На севере я имею в виду. Квинсленд, не северная территория, там мы еще не были. Квинсленд, это Gold Coast, Sunshine Coast, Нуса. Так, ну, вероятно, сейчас камеру слепит солнце. Хороший тест, кстати, для камеры. Ну вот, сейчас мы до стены дойдем и обратно пойдем уже. На сегодня хватит. Вот здесь вот такой вот паучок, не знаю, видно его на камеру или нет.
Так, а вот, собственно, тот самый забор. Стена. С пробитым проходом. Предупреждающим знаком еще одним. Так, ну, собственно, почему я сюда шел? Я хотел показать, что этот забор действительно отгораживает частную собственность. Почему? Потому что здесь написано, что это частная собственность. Вот, если мы проходим через ход, вот здесь мы видим еще один знак, на котором написано, что это национальный парк. Национальный парк Сиднея. То есть с этой стороны частная собственность, с этой стороны национальный парк Сиднея. Ну вот этот трек довольно длинный, по нему можно еще минут 40 идти, но на сегодня хватит, я уже дальше не пойду. Пойду обратно сейчас и поеду домой. А, вот окошко. Да. Окошко с видом на пляже Сиднея. Окошко из забора. Вот. Пойдем немножко пройдемся к нестабильным поверхностям. Страха есть, так сказать. Не так уж опасно. Да, можно спуститься, оказывается. Спуститься, в смысле, ну, вот, на уровень ниже. Спуститься-то можно, а вот подниматься обратно. Это уже отдельная история. Ну, вот какое солнышко поел. Видно, все-таки за ножик ездят. Ездят, поехал обратно. Рыбак. Ну ладно, в следующий раз поедем на рыбалку. Ну, какой-то цветочек интересный. Интересно. Так, ну ладно, спасибо за внимание. На этом я заканчиваю свой репортаж. До следующих встреч.